Всем привет, вы на канале Гайби, и с вами Екатерина. Я возвращаюсь обратно в Doll Impostor. Тем более, сейчас летняя распродажа в Стиме, поэтому игру купила там за 129 рублей, хотя могу ошибаться. Вот. Заранее я прошла обучение, вот, так что можем поиграть. Сейчас мы, наверное, перейдем в комнату, где у нас тут пикап и так далее, и всякое такое, да, немножко подтормажу, только включила. Вот, давайте-ка тогда приступим, посмотрим на саму игрушку. А перед тем, как начать, обязательно поставьте лайк данному видео и подпишитесь на мой канал, да-да-да. Так, тут мне интересно, что это за дверь. Ага, это какой-то под... Знаете, а это мне напоминает, знаете что? Это как будто бы комнаты... А сейчас я посмотрю, что за комнаты. Погодите-ка. Да, точно, это, в общем, комната, где коллекционируем всех тех кукол, которые мы нашли во время катки. Прикольно, то есть, получается, тут еще будут и другие локации, как я вижу, потому что я точно знаю, что есть детский садик. Вот эта дверь прям вот очень радужная комната, и вроде бы там еще есть цирк. По крайней мере, в обновлениях там в Стиме я смотрела. Вот. Давайте-ка тогда сыграем новую игру. И на у нас дом пока что доступен. Легкий уровень. Давайте-ка начнем. Ага. Вот. Так. Все нормально. Но я скримеры, кстати, выключу, потому что как-то они не пугают. По моим ощущениям. Даже тогда, когда я какую-то версию скачивала игры, мне показалось, что там практически не было скримера. То есть никто мне не попадался, никто не выскакивал, и все такое. А тут, кстати, предусмотрели тоже, как бы, чтобы скример -то тут как бы выключить или включить. Погодите, погодите-ка. Скримеры включены. Скримеры выключены. Так, это пропустить время. А, может быть, мне не надо нажимать на эту кнопочку? Ну-ка, давайте-ка попробуем. Так, ладно. Если что, я путаюсь лайк, потому что я только с рабочего дня, можно так сказать, поэтому у меня тут кофе. Вот. А что вы пьете, кушаете, напишите в комментариях. Так, наш подозреваемый не любит телевизор, но любит порядок. Ну, посмотрим. Не любит телевизор и порядок, ты не подходишь. То есть у нас не телевизор, но порядок. Порядок. Нет. Порядок. Нет. Порядок. Ну, не любит телевизор, Мэгги подходит. Любит... Нет, это сразу нет. Нет, не подходит. Любит порядок, но ненавидит телевизор. Флора. Угу. Так. Нравится телевизор, тоже не подходишь. Любит порядок, ненавидит телевизор. Дейзи. Угу. Белла. Любит порядок, не любит телевизор. Подходит. Так. Билл. Любит порядок, ненавидит телевизор. Подходит. Макс. То и другое ненавидит. Угу. Ты тоже не подходишь. Любит порядок. И телевизор любит. Нет. И то, и другое ненавидит. Монти. Любит телевизор, не любит порядок. Нет, не подходишь. Любит порядок. Нет, Руди, это не ты. И то, и другое ненавидит. Любит порядок, ненавидит телевизор. Пенни подходит. И Фредди. Любит порядок, ненавидит телевизор. Подходит. То есть у нас получается тут трое. И тут трое. Нет, даже четверо, слушайте. Я аж даже не ожидала. Ладно. Хорошо, хорошо. Немножко убавлю себя в наушниках. Так. Опа. Ну ладно, заходим. Немножко жутковато, но я не знаю, скримеры будут, не будут, потому что вроде бы... Не знаю, как вам объяснить, мне уже страшно. На всякий случай убавлю. Так.
своих ушах, а вы будете слушать игру. Мучитесь, мучитесь моим неправильным словам. О. Хорошие крестики, да, спасибо. Мы поняли. Так, ладно. Так. Ну, ладненько. Сразу включаем свет. Блин, как же страшно так включается свет, господи. Включаем телевизор. Хотя нет, телевизор он ненавидит, поэтому мы не будем включать. Так что давайте-ка музыку еще включим. Так, посмотрим. Так, все ли на месте? А, вроде бы все на месте. Никто не поврежден, это хорошо. Окей, ладно. Ладно. Хорошо, пошлите. Пошлите. Закрываем. На ночь глядя. Я сейчас тоже я так пойду, мне уже страшно. Да, тут можно на шифте побежать. Как? Я сама удивилась. Я когда обучение проходила... А я там закрыла? Ну, вроде бы закрыла. Ну, ладно. Просто в обучении я проходила. И я обратила внимание, что на шифте можно бежать. То есть у меня вопрос, а точно не будет ли погони какой-нибудь? Так, мы сразу пойдем спать. Все, давайте-ка спать. Так, напакостили что-то. Ага, побегали. Так, о, смотрите, больше стал. Смотрите, любит перемещать других, сам же перемещается и любит музыку. Так, посмотрим. Перемещает других. Перемещает других вот это. Любит сама перемещаться. И любит музыку. А это не любит. Так, а ты? Ты любишь перемещаться, перемещать других и любишь музыку. Флора подходит. А музыку ты любишь, перемещаться так и так любишь. Так, вот здесь ты точно не любишь музыку. Ты не подходишь. Так, мальчики, теперь вы. А музыку ты не любишь, ты не подходишь. А это сразу нет. А перемещает других себя. Музыку не любит. Не сразу не подходит. И что у нас получается? Так, мне кажется, кто-то тут напакостил. Вам не показалось? Тут же было трое. Этот. Все правильно. Ладно. У нас получается две девочки. Дейзи и Флора. Угу. Так, ладно. Посмотрим, что творится там у нас. Надеюсь, там скримеров не будет. Я буду смотреть на пол. Я потому что не знаю, как работает выключатель насчет скримеров. А, на задвижку я задвигала. О, Флора там сидит где-то. Привет, Флора. Ну, значит, Флору кто-то передвинул. Кто-то передвинул Флору. Потому что она вышла. Так, и кто-то ненавидит Эмми. Обратите внимание. Вернее, враг Эмми. Угу. И Иви. Иви и Эмми. Сразу двоих. А Флора вышла погулять. Иви и Эмми. Понятно. Иви и Флора. Так. Буду смотреть на пол и бежать. Я всегда, когда иду куда-нибудь, я смотрю под ноги. Независимо от того, голова прямая, я сразу вниз смотрю, потому что мало ли. А когда я забываюсь, я иногда спотыкаюсь об бордюр. Так, Иви и... Кто там был? Иви и...
Эми и Иви. Вот, как раз-таки Флора подходит. И как раз-таки она сама может перемещаться. То есть, по идее, это Флора. Все, мы распознали, кто у нас Амонгус. Кто импостер. Ну, сразу, наверное, пропустить все часы. Вот. И давайте-ка завершаем. Посмотрим. Надеюсь, все правильно. А почему дверь открылась? Разблокирован новый уровень сложности. О, я получила Флору. А, надо, кстати, проверить комнату. Вы можете попробовать это сейчас на ПК. Так, что у нас тут? Ну да, получается, Иви и Эми, там стекло она разбила. Ага. Ну, в принципе, все то же самое, что видела на доске. Ну ладно. Возвращаемся в лобби. Так. И сейчас мне хочется посмотреть, точно ли я права по поводу того, что если мы кого-то находим, выиграем катку, то он появляется здесь. О, да. Привет, Флора. Кстати, я тут не рассматривала вот это. А это кто? Это их мама? И еще какой-то пупс. Упс. Ну ладно. Ладно, хорошо. Блин, из-за того, что там комната игровая, светящаяся, тут, видите, стенды светятся. Ну ладно. Ладненько, давайте-ка тогда следующую катку. Там следующий уровень проходить. Ну ладно. Тут вроде бы можно апгрейдить гараж, вот этот, но мне как-то лень. Пока что я изучаю, что тут творится. Так. Так, нормальный уровень. Еще один шаг в сложности. Нет дополнительных подсказок. Вы не можете видеть имена или список кукол. Блин. Так. И там, скорее всего, будет подвох еще. Надо потом запоминать куклы, да? Блин, это плохо. Я плохо запоминаю. Ну ладно, попробуем. Не получится, так не получится. Ох, ё-моё. Я все слышала. О, кстати, значок. Ну, это брелок, видите, куклы. Ладно. Ага, то есть на доске ничего нету. Ладно. Тогда пойдемте посмотрим, что там, в принципе, есть. Что там изменилось. Ну, блин, мне кажется, как будто бы... Скримеры должны быть, но как будто бы их нету. Напишите в комментариях, вот если у меня там не включено, мне скример должен появиться, да? Так. О! А, здрасте. А вы вроде бы Флора, да? Ты вышла погулять. Очень приятно. Так, смотрим. Так, у нас получается чаепитие. Идет чаепитие. И одна вышла погулять. То есть одна вышла погулять. Это, скорее всего, Флора вышла погулять. Хотя нет, Флора здесь сидит. Хотя не факт, что это Флора. Потому что они могут еще перемешаться. Так, смотрим. У нас получается 4 куклы здесь сидят. Причем все они девочки. И одна девочка вышла погулять. Так, у нас получается что? Я буду сразу делать заметки. Я не любитель запоминать, мне нужно делать заметки. Потому что на память свою я не доверюсь. У нас Дейзи. Дейзи. Белла. Дейзи, Белла. Мэгги. Эми. И Иви.
на данный момент вышли из своих коробок. Одна из них пошла гулять. Просто как шальная императрица. Вот. Боже мой, какая она страшная. Возможно, это Мэгги. Хотя, кто знает, я не знаю, как она выглядит по-настоящему. Ладно. Перед тем, как мы уйдем, мы включим свет. Так, включила. Так. Вы не шалите. Мамочка-то, а то разозлится. А я смотрю под ноги. Надеюсь, я это, защелку шпингалет это. Блин, вроде бы у меня shift плохо работает при беге. Ну ладно. Так, давайте-ка посмотрим. По поводу всех девочек, которые там вышли погулять. Так, для начала вычеркнем всех тех, кто в принципе не выходил. Так, у нас получается... Надо, кстати, не путать Эви и Сиви. Потому что вот Эви, вот как раз-таки вот это вышло. Вот это вычеркиваем. Эми выходила. Мэгги выходила. Люси нет. Зои. Кстати, там я вроде бы запомнила одну куклу, которая... Вот, да, Эви. Вот как раз-таки у дверей стояла Эви. Все, я поняла. Так. Зои. Отлично, еще у меня будет компьютер подводить. Классно, хороший уровень. Мой компьютер добавляет, моргает это, монитор. Зои точно не была. Флора точно нет. Долли. Долли вроде бы тоже не была. Дейзи здесь. Белла здесь. И, наверное, всех мальчиков нужно вычеркнуть. На всякий случай. То, что пацаны не выходили. Им пофиг было. Да, и монитор, пожалуйста, не бегай. Ты специально меня будешь подводить. Так. Ну, посмотрим. Угу. Побегайте еще. Угу. Так. Блин, забывай, что тут нету списка. Блин, мне страшно выходить. Я не понимаю, скримеры будут, не будут? Я не понимаю. Женщина не понимает. Так, ладно. Как всегда, смотрим под ноги. Так. Так, музыку не выключили, это хорошо. Ох, ё-моё. Так, свет, телевизор и музыку не тронули, но это не факт. Ну, кого-то убили. Кого-то убили. Так, смотрите. А вот эта кукла... Ну, скорее всего, это Мэгги. Эта кукла любит музыку. Но Зои убили. Зои убили. То есть Зоя мертва. Эту переместили сюда. Так, Рудик... Руди... повредили. Руди повредили. Ну, по идее, у Зои тоже повредили. Вот. Так, что еще? Здесь нормально. Вроде бы все так сидят. Больше никто не ломался, да? Никто не ломался. Блин, так вот, вот этот жутко смотрит. Так. Ну, то, что я включала, никто не выключал. И кровь вот здесь. Мне вот это прям Эви настораживает. Так, вот это переместил. Значит, кто-то любит кого-то перемещать. Скорее всего. Ну, мы проверим. Так, ну тут жутко, однако. Так, все, побежали обратно. Я не могу, мне тут жутко, очень жутко находиться, не могу. Да, я нытик. Нытик номер один. Так, девочки. И прикиньте, если вдруг окажется, что это пацан. Так. У нас Зои мертва, и Руди повредили. Но Зои тоже повредили. То есть кто-то одновременно и ненавидит Зои, и
Убил. Вот так и было. Так. Посмотрим на враги сначала. Враги. Вот, вот это Зои у нее враг. Прям Зои враг. Так. Там нужно, чтобы... Посмотреть. Так, вот, вот тут у Руди прям враг, но... Тут Зои ненавидит, но в то же время у Зои сломано стекло. Прям, знаете, какое замешательство, вообще не поймешь. Как бы вот Мэгги переместилась, она любит перемещаться. Вот, так что ее оставим. И там вроде бы вот... И вот это любит, кстати, перемещаться. Эви и Мэгги, они могут перемещаться. Так, вот это отпадает, потому что я не вижу такого момента, чтобы Руди была врагом. Не подходит. Враги Иви ненавидит. Так, она сразу не подходит. Так, что у нас тут? Враги Зои и Руди. Не подходишь. Дейзи. Угу. Ну тут тоже не подходит. Ну не может быть такое, чтобы вот это Мэгги была. Может быть, кто-то любит перемещать. Давайте-ка обратим внимание. Там кровь была. Вот она любит кровь. Чаепитие с друзьями. Мы помним, потому что, во-первых, она сначала сидела с чаепитием, потом она переместилась. Вот. Телевизор, музыку, свет она не трогала. А вопрос, а с кем она сидела, это ее друзья? Эми, друг. Белла, друг. И Дейзи. По идее, Мэгги. Мэгги подходит. Вот, тем более она любит кровь. И там порядок был. Ну, если несмотря на то, что там кровь. Хотя кровь она любит. В принципе, это Мэгги. По идее, это Мэгги. Я вот ставлю то, что это Мэгги. Поэтому пропустите часы. И я считаю, что это Мэгги. Ладно. И, скорее всего, я проиграю. Ну, посмотрим, посмотрим. Можно, конечно же, еще было посмотреть. То, что были сомнения, потому что там повреждено было стекло. О, не, я отгадала. Е-е-е, ну это, кстати, был подвох такой сильный. То есть куклы, ну там предупреждали то, что куклы могут еще запутать. Вот, и стекло, кого убили, было повреждено. Вот, поэтому можно было бы засомневаться. Вот. Разблокирован цирк. Е-е-е. И детский сад. Вот это классно. Так. Так, давайте-ка здесь посмотрим. Чаепитие с друзьями, перемещаться любит, перемещает других. То есть все-таки она кого-то переместила. Скорее всего, да, она кого-то переместила. Я не обратила внимания. Возможно, одну из кукол она переместила, которая внутри коробках. Ну ладно. Окей. Ну ладно, давайте-ка на этом закончим. Мне понравилось. Мне понравилось. Уровень сложности тоже своеобразный. Мне кажется, если буду дальше играть там по сложности, там, скорее всего, 100% пойдет такая тема. А вы запомните на память, как куклы выглядят. Мы не будем вам подсказывать, кто и как. Это сложно будет. А если перемещается, то тем более. Так, Флора. Тут у тебя Мэгги. Понятно. Я запомню, что Мэгги самая некрасивая. Надеюсь, она меня не услышала. Вот. Ну ладно. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам данная игра. Вот, кто играл даже, свои впечатления расскажите. Вот. А так я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите подписаться на группу ВК или на Сев Дискорд, то, пожалуйста, на YouTube-канале можете ссылки на группу ВК или на Сев Дискорд. Всем большое спасибо. Всем пока.